Выставка любителей медведей из России, ближнего и дальнего зарубежья «Тедди Мир 2010» открылась в школе ручного творчества Санкт-Петербурга. Здесь представлены тысячи мишек Тедди ручной работы, в том числе и антикварных. Для этих топтыгиных выделили отдельный стенд, старичкам уже по 70 лет. Некоторых привезли из-за границы. Местные медведи создавались в этой школе-студии. Это такой медведь, сшитый по классической немецкой выкройке начала прошлого века. Характерный горбик, очень-очень длинные передние лапы, то есть его можно даже поставить на 4 лапы, вот так вот, он тоже будет стоять. Классический мишутка сшит из плюша, а остальные сделаны из альпака и мохера, но не того, из которого вяжут. Называемый мохер, да, полностью натуральные материалы, натуральная основа, вискоза и хлопок. И они предназначены именно для изготовления коллекционных игрушек. А вот этот иностранец родился в школе-студии из ткани, найденной в бабушкином сундуке. Зовут Тедди Мури-Мури Ароха. С языка коренных жителей Новой Зеландии означает «большой любви». Мой муж из Новой Зеландии, поэтому мы решили, что вот это наш, как наш первый ребенок, и мы обязательно должны назвать вот по-традиционному. Изумительно, мне в полной любви в этого мишку, мне очень нравится. Каждому медведю прилагается собственный паспорт, в котором указывается его имя и размер, а также кто автор, где и из чего сделан. Все игрушки имеют внутри не только наполнитель для утяжеления. В них еще вставлены диски и шурупы, чтобы конечности двигались, даже у самого маленького. Самые медленные, какой размер? Меньше 2 сантиметров, и при этом это работа, которая... Есть валенные игрушки такого размера, но есть работа, которая сшита, и при этом еще вывернута, набита, зашита, и швы идеальные, и все детали вертятся. И не только своими формами, размерами и нарядами отличаются уникальные работы. Некоторые даже источают аромат кофе, корицы и ванили. Но, по словам посетителей, объединяет их всех одно – добродушный вид. Это очень милые, добрые мишки, потому что, когда приходишь сюда, приходишь в какой-то мир, правильно называется, Тедди Мир, приходишь и даже выходить назад не хочется, то есть как бы здесь и был, потому что, в отличие, может быть, от наших, советских плюшевых медвежек, обычно, каждый медведь здесь имеет как бы свое лицо, личность. Я когда первый раз зашла, у меня просто глаза разбежались. Меня, конечно, поражает многообразие выставленных работ и география представленных авторов. 160 участников выставки представили не только мишек, но также и зайцев, котов и жирафов. NTD, Санкт-Петербург, Россия.